сегодняшний день очень важный в жизни нашего Донбасса и в жизни каждого живущего здесь человека. Это наше будущее. Мы его очень долго ждали. И как ждали, наконец-то это случилось. Вот мы сегодня выбираем Россию. Мы ее выбрали еще в 2014 году. Россия в нашем сердце, Россия наше будущее и, конечно же, настоящее. Это будущее наших детей. Мы уверены, что вместе мы победим, и все у нас будет хорошо. Все проблемы, все задачи будут решены.